ты крепнешь, а ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Наши Христы, Христы, Деворе, силы и честного, и животворящего креста, креста Отецка честных небесных сил бесплотных, креста Господного Пророка Вредящих, Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и благородных Отец наших, и живот святых Отец наших, великих иераков, и вселенских учителей Василия Великого Григория Богослова Иоанна Златоуста, и живот святых Отец наших, Афанасия Кирилла Патриарха Александрийский, и живот святых отца нашего Спиридона Тримифонского чудотворца, и живот святых отца нашего Николая Снегистого Меликинского чудотворца, и живот святых отец наших, и Ипонии Кирилла Кирилла Славянских. Вот этот русский мир, который явлен через Христа православной веры. И он простирается на всех и на всех. Лики святых через православную веру прославлено множество наших святых соотечественников. Они наши молитвенники и предстатели. А значит, нам не страшны никакие испытания, даже и сама смерть. Потому что распятый Христос, он всегда соучаствует в жизни каждого человека, если человек не